дамы и господа, «Картина ТВ. Вопросы и ответы». Я ее постоянный автор и ведущий Юрий Тенман. Сегодня я отвечу на вопрос, который мне задал один из наших клиентов. Каким образом и возможно ли убрать из сетки наших программ передач эротические каналы, чтобы даже названия этих фильмов не мелькали для наших детей. Поэтому, да, это возможно. И это легко делается на приставках последних модификаций, такие как Дюна X или Дюна Ева. Пультики у них разные, и я буду давать рекомендации для обоих приставок. Итак, прежде всего нам надо взять пульт в руки, на котором написано «Картина ТВ». Это либо черный пульт от приставки «Дюна X», либо серенький пульт от «Дюны Ева». Сейчас мы с вами нажмем на кнопку «Домик», те, кто имеет приставку «Ева», или кнопку «Топ-меню», те, кто пользуется приставкой «Дюна X». Мы нажимаем ее и видим квадраты. У нас с вами виден квадрат, в центре белой рамки выбранной «Картина ТВ». Он нам и нужен, нам надо зайти внутрь, и мы, соответственно, давим кнопку Enter. Мы с вами видим в данном случае, что у нас выбран квадрат «Все каналы». Он отображен белой рамкой в левом верхнем углу экрана. И мы с вами опускаемся вниз. Соответственно, вы знаете, верхний, слева, право управление пультом. Мы с вами опускаемся вниз на папку эротических каналов. И нам надо попасть внутрь, поэтому, соответственно, мы с вами давим кнопку Enter. И вот они, 7 каналов, которые нам с вами нужно скрыть. У нас с вами автоматически выбран первый канал. И мы с вами давим, те, кто обладает приставкой Duna X, кнопку Pop Up меню сверху над кнопкой Enter справа, а те, кто имеет приставку Ева, кнопку с тремя полосками. И мы с вами видим вниз вторая надпись «Скрыть канал». Мы выбираем, соответственно, эту надпись и давим Enter. И нам предлагается ввести родительский код. Если вы его знаете, ну, если вы пользовались эротическими каналами, вы, соответственно, должны знать ваш код. Если вы его по каким-то причинам не знаете, может быть, вы его забыли, может быть, вы никогда не пользовались этими каналами, они вам были не нужны, а теперь вы решили их убрать, и вам этот код неизвестен. Друзья мои, тогда я не могу сейчас в прямом эфире, как говорится здесь на все страны мира, на русском языке, рассказывать, что собой представляет этот код, где его добыть. Вы же понимаете, дети, новое поколение, сразу залезут, сразу найдут ключик, как все это смотреть. Поэтому в данном случае, если вы не знаете ваш код или если вы его забыли, вам придется либо обратиться к вашему дилеру, который точно вам подскажет, где его взять и что это за код, либо он вам его напомнит, если он его сам менял, либо вам нужно обратиться в службу технической поддержки «Картины ТВ» непосредственно в Германию. Если вы в Соединенных Штатах Америки, наберите номер телефона 1-888-827-0606, добавочные цифры 31, вы будете соединены с нашими представителями технической службы поддержки, которые на русском языке вам объяснят, что и как проделать в данном случае с этим родительским кодом. И при этом звонок будет бесплатный и 24 часа в сутки. Но если вы, как в данном случае я, код знаете, тогда мы просто вводим этот код. Я в данном случае ввел эту цифру или секретный знак, который у меня есть. Я ухожу вниз на кнопку «Ок» и давлю Enter. И мы с вами видим, что один из каналов у меня исчез. Эту операцию мы сейчас с вами быстро проделаем на всех каналах. Соответственно, скрыть. Опять вводим секретный код. Соответственно, вниз на Enter. И таким образом мы убираем и второй. Также мы убираем и все остальные. И вот остался последний канал. Мы его с вами также убираем.
попадаем в предложенное нам меню, где у нас все папки по разделам стоят, вот детские, развлекательные, познавательные, и мы видим, что в данном случае здесь отсутствует папка эротических каналов. Мы можем с вами легко убедиться в том, что если мы с вами выберем, например, папку «Общие», зайдем непосредственно уже в телевидение и выберем канал «Россия», то у нас, соответственно, включается телевидение, мы давим Enter, попадаем в программу передач, но с левой стороны, когда мы заходим в папки, мы даже не видим здесь папки эротики. И, соответственно, нет ни самой папки, ни программ передач с названием тех каналов, которые вы желаете скрыть. Таким образом, мы теперь знаем, как нам с вами убрать эротические каналы. Ну и давайте сразу же тогда я вам расскажу, как их восстановить. Итак, для этого нам с вами опять нужно нажать кнопку «Топ-меню» или кнопку с домиком, в зависимости от того, какой у вас пульт. И мы с вами опять видим квадраты, где мы с вами видим опять квадрат «Картина ТВ». Мы с вами давим кнопку «Enter», опять попадаем в цветные квадраты, и у нас автоматически выбран квадрат «Все каналы». Он у нас в белой рамке. Здесь вы давите на кнопку «Pop-up меню» у тех, у кого приставка «Duna X», или кнопку с тремя горизонтальными полосками те, у кого приставка «Ева». И первое, что мы с вами видим, надпись «Управление скрытыми каналами». Мы с вами давим, соответственно, Enter, и нам опять предлагают ввести код. Мы его знаем, мы его заводим, мы выбираем кнопку «Ок», давим Enter, и мы с вами видим количество скрытых каналов 7 и надпись «Восстановить скрытые каналы». И мы говорим «Да». Мы давим Enter, и, соответственно, каналы у нас восстановлены. Мы с вами видим, что папка с эротическими каналами вернулась на место, и теперь мы можем продолжать ей пользоваться. Я думаю, я подробно ответил на этот вопрос. Задавайте ваши вопросы. «Картина ТВ. Вопросы и ответы» всегда к вашим услугам. Я ее автор, ведущий Юрий Тенман. Желает вам здоровья и хорошего настроения. До новых встреч в эфире!